Привет всем, друзья! Сегодня воскресенье. Короче, все-таки делаю уборку генеральную дома. Пока никого нет. Маша в отъезде, Семен не приехали. Сергей уехал на стройку. Говорю, нет, все-таки уберусь. Хоть и воскресенье, но деваться некуда. Завтра на работу. А дома прям не могу. Нервничаю, когда дома грязно. И вот, короче, разрываюсь. Тут чищу, тут это, тут надо испечь, тут надо... Так, вот у меня, значит, минтай. Сейчас буду ее обжаривать в масле. Достала свою старую сковородку. Все, как всегда, смотрю в свою записную книжку. Значит, рыба подойдет, любая. Хек, минтай, горбуша. Очищаем, нарезаем кусочками. Солим, перчим. В миску разбить надо 2 яйца. Это мой любимый кляр. 2 яйца, значит, разобью, добавлю щепотку соли, но соль мне не надо уже. В общем, в яйце, в муке, как всегда, и обжариваем на сковородке. Все, обжарим, уберем в тарелочку. И будем дальше делать. Нам понадобится много моркови, ну, 3-4 морковки. И луковичка. Будем делать такой вкуснющий маринад, вкуснющий. Мне кажется, в садике такое подавали прям. Так что все, я начинаю жарить рыбку. Ребят, ну почему закон подлости? Только все перечистила, всю плиту, все тут кафель. И обязательно мне приспичит что-нибудь жарить. То беляши, то вот рыбу. Так, все приготовила. Вот так. Сейчас сковородка разогреется. Сковородка старая, специально для жарки вот такой, таких брызгущих. Ну-ка! Пока рыбка жарится, на другой сковородке нужно обжарить 2 луковички. Ну, у меня вот такие большие. Ой, одна большая. Режем, как обычно, кубиками. И обжариваем. Я вот что ругаюсь на котов. Мне подарила сестра опять отросточек красивой герани. Я пересадила, поставила на подоконник и началось. Я сейчас все подоконники помыла. Беленькие поставила. Вот горшочек. Котяра, залез и давай эту землю оттуда черпать. Вот сейчас тряпкой гоняла. Это что такое? Я не знаю, куда спрятаться. Все забрызгало. Все забрызгало. О, как лука много. Так, тут обжаривается уже. Рыбка с одной стороны обжарилась, наверное. Щипит глаза. Наверное, открою окно. Все, и пусть обжаривается с другой стороны. Сочный минтай. Свежий. Так, лук обжарила, убрала. Теперь в этой сковородке обжариваю 3 морковки у меня. 3. Сейчас уже буду минтай доставать. Вот, девчонки, главное обжарить по разным сковородкам. Совсем другой вкус будет, чем вместе лук с морковкой. Ой, я экономлю, конечно, масло. Не в смысле экономлю, что мне его жалко. Не могу, жирное. Капельку налила, а для моркови мало. Так, морковочка обжарилась. Отправляем к луку.
Я чуть-чуть посолю, потому что рыбку попробовала, не досолила. Посолю немножко. Поперчу. Немножечко. Так, сюда столовую ложку томатной пасты. Не плеснет, девчонки, представляете? Смазала вот второй раз, потом свеженько подмазываю горчичкой и закрываю, и вообще красотень. Перемешиваем все. Убираться некогда, господи. Сейчас надо тортик испечь. А нет, у меня хлеб. Сейчас хлеб сначала надо испечь. Тогда одну комнату вымою. Так, это замочить. Тихо. Все, вот этот маринад выкладываем на рыбку. Разравниваем. Пюрешку не буду делать. Так, покушаем с овощами. Огурчики у меня свежие. Рыбка, морковка. Мы столько не скушаем. Если еще пюре... Ой, не-не-не-не. На ужин, потому что биш, бармак будет. Так, что теперь? Одну, наверное, лавру. Ну, вот одну и еще маленькую, еще одну сверху. Лаврушечку. Опа. Перец горошком. Раз, два, три, четыре. Четыре перчика. Закрываю все фольгой. Это очень вкусное блюдо. Можно на праздник смело готовить. Ну, такой какой-нибудь семейный. На Пасху, например. Все, отправляю в духовку на 20 минут при 180 градусах. Так, я, наверное, здесь, потому что у меня электрическая занята. Так, все, друзья. Сейчас приступаем к тортику. Достала из духовочки. Он у меня уже выключенный постоял, пока Сергей приехал. Так, о, такая красота получилась. Сейчас со свежим огурчиком. Отпусти. Так, я вытащу, наверное, эти горошки, чтобы не проглотить. Вкусно. Ну, короче, я, ребят, накладываю. Вкусненько будет. Так, друзья, приступаю к выпечке торта, который я придумала сама. Ну, вы заметили, что... Когда придумаешь первый раз, испечешь вкусно. Второй раз пробуешь, такая ерунда. Так что я давайте попробую. Вы заметили, что новый кинорежиссер снимает? Три яйца беру. Стаканчик сахарку сюда. Все делаю, как я на 8 марта пекла. Щепоточку соли. Все это перемешаю. Сметана у меня 15%, 500 грамм. Ну, я возьму половину, 250 грамм. И добавлю немного молока. Ну, покажу сейчас, сколько я добавлю. Так, ну сразу давайте открою. А что-то уже открыто. На что я брала? Вот у нас приехал. О, здравствуйте. Здравствуйте. Взяла, облизала. Студент наш прибыл. Студент хочет кушать? Да. А торт, наверное, хочет? Можно и торт. Половинку.
отправила. Кому? Так, ладно. Все, перемешиваю. По-быстрому прям. Пакетик разрыхлителя. Покажи, вот у нас закипает. Вот сегодня вода. У нас вот это будет на ужин. Кусочек. О, что у меня так-то все горит, батюшки. Кусочек. Что-то на дне. Конина лежит кусочек у нас. Кусочек конина. Косточка с мякотью. Набиж бармак. Ну вот, друзья, наливаем молока. Сколько я тогда налила? Каким-то образом все поднялось. Вот так меньше стакана. Не показала. Меньше полстакана. И все, и муки сейчас сколько хотите, до густоты сметаны, до густой сметаны. Или не густой. Все, пока отключай. Это все на... Добавила еще какао сюда побольше, пусть будет шоколадный. А крем будет белый. Все, вот в форму в такую буду выливать тесто. Название торта, все, что было в холодильнике. Да. Все, что нам не гоже. Смазала маслом. Пергамент тоже смазала, а то, не дай бог, прилипнет. Все, сейчас размешаю и буду выпекать. Ну, испекся, поднялся. Что-то серединка немножко. Ну, нормально, мы будем резать его, как на хлопчик. Этот коржик. Вроде ничего. Так, достала, пусть немножко остынет. А мы пока приготовим крем. 2 столовые ложки муки высыпала. Стакан вот такой полный сахара. Ой, блин, не вижу куда. Одной рукой. Так, сейчас перемешаем. Этот крем я взяла с медового торта с моего. Заварной. Вкусный такой. Так, перемешиваем. И теперь нужно 1,5 стакана молока. И сейчас будем помешивать и доводить до кипения. Вот так, 1,5 стакана. Достаточно. Левой рукой помешаю. Ну, сейчас венчик надо взять. И поставим на медленный огонь. Мешаю на слабом огне. Разрезала горячее еще, прямо вообще поторопилась. Буду здесь тоже его складывать и заливать в формочки. Пусть будет кругленький. Все, начинаем смазывать. Вот такой крем получился. И горячим прям сейчас будем тортик собирать. Ну, вообще воздушный получился, пушистенький. Так, поливать будем сразу. Так, у нас еще половиночка. Режем. Так, сейчас одену мешок. Немножечко так вот уплотню. Графские развалины получились. О, отлично. Крема достаточно. Сейчас все пропитается. Все. Ну вот сейчас вынесу остывать, пропитываться.
И сверху посыплю, может быть, белым шоколадом или сахарной пудрой, что есть. Может, черным шоколадом, можно и то, и то. Достали с погреба к столу томатный сок, домашний, вкусный. Огурчики в томате, очень вкусные. Говорю, есть свежие, нет, все-таки достали. Мы хотим соленые, мужики мои. Компотик вишневый. Свеклы, морковки, что-то... Ну и под шубой хочется салатик, не знаю, когда сделаю. Вот, друзья, наша солонинка. Намешиваю тесто на бешбармак. Ну, это тоже пельменное тесто. Три вот таких кружки муки просеяла. Вот третья. Опа, муку-то унесла. Делаем углубление. Так. Разбиваю в этот стакан одно яйцо. Соли чайная ложка. Так, доливаю теплой воды. Вот так где-то. И довожу маслом. Так, вилочку возьму. Все, и начинаю соединять вилочкой постепенно. Уже ни муки, ничего не добавляю. Идеальное тесто получается. Все, тесто вот такое собираем, мешаем. Оно кажется туговатым, но отлежится, будет нормальное. Готовим на бешбармак лук. Три больших головки почистила. Сейчас порежу кубиками. Отправляю в сковородку. Здесь у меня уже мясо доваривается. Картошку некуда запустить. Сейчас я немножко бульона заберу. Картошку почистила. 4 картошины. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо раскипелся. Теперь мне надо припустить лук. Вот этот верхний жир снимаем. И заливаем лучок наш. Ой, вообще, слезы ручьем. Все, пусть здесь немножко покипит. Запускаем еще 2 картошинки. 2 больших тут уже есть. Еще 2. Пусть кипит. Так, мяско попробуем. Ну, пусть еще покипит. Еще часочек. Как раз. Начинаем нарезать все. Картошку колечками сейчас заготавливаем. Потом мяско. Потом я раскатывать начну тесто. Давай тут пучок. Ну а сюда можно в тарелку обратно аккуратно? Да, это сюда. Мне ведь надо раскатывать уже.
А все столы унесли в спальню. Вот, раскатала одну лепешечку. Вот такие тоненькие получились, классные. Давай сейчас их на разнос, наверное, и вторую буду катать. А где разнос? Вон наверху, на микроволновке. Уже мясо тоже разделили, разрезали. Так, где мяско у нас? Вот, не так много. Давай. Ну, хватит на ужин. Ой, так, вот этим сейчас. Все, ой-ой-ой, все готово. На дно наливаем жишку. Что-то много. Потом еще добавим жишки. Что-то много. Нет, да много лапши. Сочник много, сочник. Ой-ой-ой. Мне очень неудобно вот это вот. Она даже железная. А та очень большая. Мы же купили, да, большую? Для большой компании. Для очень-очень большой-большой компании. Гости уже за столом. Ну вот, я, наверное, эти не буду пока варить. Ой, какие сочные вкусные мамочки. Чтобы они не остывали, вот мы их первым слоем запустим. Раньше всегда последним делали. Что, Семен, кушать хотим? Проголодались. Вы закрываете свет, гора. Ну ладно. Я, вот как раз-таки я вообще не попадаю. Это ты сама свет закрываешь, да? Так. Семен, неси туда вон рыбу, минтай открой. Неси в чашечки. Так, теперь немножко лука. Чтобы тоже все это не слиплось. Так. Я выключаю, наверное, да, бурю. Да. Сейчас везде его распределим. О, мы с тобой. О, как вкусно пахнет. Вообще. Так, теперь картошечку вот так вот, быстренько. Что картошка зеленая, давай желтую положим. Это вообще синяя. Это вот дедушка. Кто синяя, кто зеленая? Ой, кирку пошевелила, я думала, что-то падает. Ой, красный. Снимаешь? Да. Так, картошечку. Рука так раз, я думала. Так, убежал куда-то. Хорош картошка. Куда? Ну, это одна картошка будет. Дедушка любит картошку. Так, теперь мяско. О, тут еще на раз. Ну, за раз сюда давай. За раз, конечно. Ну, все, ладно, за раз. Сверху лучок. Вот так вот. О, нормально. Так. Сверху еще раз лук. Я сейчас тебя шпарю. Не надо. Картошка попадала. Не надо меня шпарить. Я как-нибудь так, без шпарения. Что, весь лук? Конечно, что лук. Все. Кому не хватит, тот не хватит. Все, ребят, мы садимся. Всем пока. Сегодня длинное видео, много готовки. Всем всего доброго, до новых встреч. Пока, друзья. Пока, все, до свидания. Тортик потом в конце вставлю.